Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Биомутант. Итак, у нас основная задача — это победить свинофырка. Мы с вами в прошлой серии собрали слизисерф до конца, принесли пип-кряклов, как бы у нас получается есть оружие. Ну и нам нужно с вами его победить. Но для начала я хочу все-таки немножко посмотреть снарягу. Может быть, что-то мы с вами сейчас разберем. Допустим, я пока, наверное, все-таки решил больше разбирать. Броня похуже, поэтому я тебя разберу. Полезная. Отлично. Вещь. Здесь тоже получается похуже, хотя дает защиту. Вот это я так посмотрел, это у нас нехватка кислорода. Поэтому ее надо лучше пока оставлять. Потому что у нас сейчас максимально 26%. Когда будет 100%, тогда у нас получается вообще мы можем бегать спокойно. Поэтому это я, наверное, все-таки оставлю. Здесь никакой защиты не дает кислорода. Как он правильно называется? Гипоксия, по-моему, да? Так, венец. Венец разобрать 100%. День прошел не без хлом пользы. Да не говорим. Так, дальше по поводу наплечников. Это хуже. Это тоже, в принципе, хуже. Но, смотри, опять-таки у меня... Этот дает дополнительно 3%. Я, наверное, его оставлю. А у тебя я разберу. Хорошо. Здесь. Ну, понятно, то же самое. Оставлю дальше. Спина. Спину я тоже оставлю, потому что у нас тут дает 3%. Так, лицо. Лицо только у нас маска. Как раз 15% неплохо. Торс. 7%. У меня дает 9, поэтому тебя тоже пока разобрать. Придет время, дорастешь. Так, здесь по ногам что у нас? Это все плохо разобрать. Это тоже все плохо разобрать. Так, неплохо. Разобрались с этим делом. Что у нас тут в правой руке? Вот это мне, наверное, не надо все-таки. У него скорость, шанс крита, но доп всего лишь только один. И пробивание тоже не очень. Плюс еще урон слабенький. Но это такое, одна ручка. А у нас чисто двухручное оружие. Ну и посох племени Джангни я все-таки оставлю. Как трофей. Так, брызгалка из-за зубровина. Да, все разобрать. Ошибаются. В смысле? Я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. А как мне поменять пистолет? Кто бы знал. Почему-то огнестрел я не смогу ничего сделать, да? Хорошо, здесь создать... Правая рука. Попробую поставить последнюю модификацию. У меня их два сейчас, кстати, модификации, да? О! Ну вот это я хотел поставить. Вот это я хотел поставить. Так. Есть. Создать. Отлично. Замечательно. Попробуем сейчас, знаешь, поменять модификацию вот эту вот. А, в смысле, все нельзя, что ли? Дополнение. Ага. Кольцехлом, наоборот, убирает. Неплохое дополнение. Да нет, он снижает, я не хочу. Подожди, а почему... Вот, наконец-то. Я хочу попробовать сюда поставить. А, хуже. Кольцехлом хуже. Тогда кольцехлом, наверное, разобрать. Не-не-не, подожди. Ты чё? Кровавый жнец. Что-то я запутался немножечко. Гаечный ключ у меня сейчас стоит. Он дает хорошо все. Вот это разобрать. Вот. Вот это то, что надо. Это база, рукоять, кстати, можно посмотреть что-нибудь. Хуже, хуже, хуже. Все хуже, в принципе. Может быть, тогда разобрать все это дело. Я получу хотя бы материалы. Отлично. Так, базу менять я не буду. С этим разобрались. Дальний бой. Так, вот дальний... У меня сейчас получается вот это вот стоит дело.
Я вот это вот, наверное, разберу, потому что я... это только чисто скорость стрельбы, все остальное хуже, поэтому разобрать. Ну, вот так, по кусочкам, эта штука может на что и сгодиться. Так, теперь давай смотреть здесь. Дуло. Хуже. Если хуже, тогда сразу разбираем, чтобы оно у нас тут не мешалось. Вообще никакой роли не играет, да? Все то же самое, тогда тоже разобрать. Начальный урон повыше, все остальное хуже. Соответственно, тоже разобрать. О, вот тут, конечно, урон получше, но пробивание хуже и дальность уменьшается. Ну, всего лишь получается там на 4 начально, конечный получается лишь на 2. Тоже тогда разобрать. Тоже разобрать. Вот. А вот это уже интересно. Дальность лучше, пробивание лучше и начальный урон лучше. Поэтому его поставить. Так, пока создаем. Но мы на этом не закончили с вами. Продолжаем дальше. Сразу дуло еще начально, тогда получается, я вот этот разберу тоже, чтобы оно мне не мешалось. Так, дуло есть, верхняя часть, давай посмотрим. А, у нас есть зокус. Отлично. Магазин, магазина нет. База. Так, база вот это получается лучше. Пули круто, шанс крита... Немного убирает меткость, дальность, скорость стрельбы и пробивания. Но начальный урон вообще никудышный. Поэтому его тоже сразу разобрать. Так, пистоль. Урон выше, пробивание выше, дальность ниже. Крит есть, магазин, конечно, становится меньше. Плюс еще есть пулевое облако. Каждый четвертый выстрел запускает небольшие трассирующие снаряды, которые взрываются при соприкосновении с целью. Это, кстати, неплохо, даже если магазин будет меньше. Так, это я не могу, нужно будет 10 уровень, поэтому пока оставляем. Пропелла. Уменьшает разброс пуль до 0 градусов. Хм. Интересно. Так, это тоже надо разобрать. Это тоже разобрать. Так, ну пока вот это мне все нравится. Единственное, только, может быть, я все-таки вот это вот поставлю. Пистоль. Пусть будет пистоль. Пробивание выше. Шанс крита выше. Плюс пулевое облако. Вот это все уменьшает, к сожалению. Хотя уменьшает разброс пуль до 0 градусов. То есть прям точность будет великая, да? Ну давай тогда тебя поставлю, хорошо. Уговорили. Так, вот у нас был... А, у нас магазина с вами нет. Дальше тогда приклад. Так, этот приклад дает выше. Так, ну давайте хотя бы с чем-то, чтобы сравнивать, правильно? Рукоять. А, ну чисто получается на урон, да? 233, 337, 341, 346. Тогда ставим тебя. Так, ну давайте создавать. По крайней мере, не выглядит как набор деталей. Уже получше, правильно? Так, попробуем еще раз модифицировать. Значит, рукоять. Хуже вот это получается, сразу и разбираем. Это тоже хуже, также сразу разбираем. Получаем тогда таким образом запчасти тебе необходимые. А у меня таких получается две, что ли, да? А, разобрать я не могу, кстати. Ну ладно. По прикладу. Новый приклад. Вообще ни о чем. Или у меня стоит новый приклад? А, новый приклад стоит. Хорошо, раз... Резной приклад. Немного добавляет дальность, но снижает все, да? Ну, давай тоже разберем.
Это тоже разберем. Иногда приходится все начинать с нуля. В смысле? Приклад-то поставь. А что не хватает? Оружие не гарантирует могущество. А, все понятно. Так, ну хорошо, с этим тоже, в принципе, разобрались. Теперь по поводу, может быть, головы. Я не могу ничего. Правое плечо. А, модификации. Дополнение. Никакой абсолютно разницы нету. Только чисто получается, что видон. Только чисто получается видон. Ну тогда тебя разобрать. Так. Здесь что у нас? Пора засучить рукава. Ничего нету. А, блин, надо было тогда сюда поставить. Я что-то зря разобрал, наверное. Ну ладно уже. Теперь уже поздно. Торс. Дополнений здесь нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже нет. Одежда — это то, что надо. Да не говорим. Так, ноги. Здесь какая модификация? На ноги ничего нету. Так, левая рука недоступна здесь. Это же мы с вами поменяли. Хорошо, вроде как, в принципе, разобрались. Ну что ты вот... Вот это вот что начинается, а? Ну что это тут начинается? Может быть, дальний бой здесь стоит? Нет. Дальний бой, может быть, здесь? Непонятно. Ладненько, все, вроде мы подготовились, улучшили. Теперь мне интересно, как, допустим, вызывать транспорт мне. Пуки лазурный князёл мне не нужен. Слизисёрф. Отлично. Чувствуешь рокот мотора? Чувствую. Восточный мироед. Так, немножко ускоряемся. 1400 метров. Так, это я все зажигал. Если дали слизисёрф, значит, я буду на нем драться. Такое ощущение, будто сегодня должно что-то произойти. Вот это мы и узнаем. Вот это вот что такое? Теперь пешком. Грин. Это гринокуст. Прыгни через петлю, чтобы сорвать его лист. За такие листья можно покупать разные вещи. Грин — это валюта в мире биомутантов. А-а-а. Я понял. Хорошо. Это валюта, это он сами деньги. Неплохо. Надо бы запомнить. Поверни его в нужном направлении и вперед. Так, у нас тут еще есть хлам. Подожди, я хочу хлам собрать. Отлично. Тканевый приклад. Хорошо. Малая птичка. Замечательно. Это с вами будет первый босс. Так, здесь осторожно. Бомба почему-то не уничтожается. Видишь бетолодку? Похоже, она еще на плаву. Какая? Вот это? Надоело? Ох, ты подожди, дружище. Ну в смысле? Да что же не так-то?
Я пытаюсь нажать суперудар, мне не дают. Это еще не смерть, но почти. Режь давай. Да режу. Это как-то все плохо. Годится от любых хворей. Энергия на пике. Зуба, тыченка. Отлично. Руби и режь. Да хорош меня трогать-то, дружище. Это же не по чесноку, вообще никак. Это уже не безобидные раны. Да, это я вижу. Что раны не безобидные. Бум! Так, готов. Так, один за другим враги закончатся. Так, подожди, кто стрелял-то? Делай что-нибудь, если хочешь что-то изменить. Ай, подожди, подожди, давай еще разочек. Я попробую еще разочек. Давай. Вот и все. Так, ты ломаешься? Вот такой пластихлом может оказаться очень полезным. Отлично. Так, что-то с вас повыпадывало. Всякая мелочь на пользу. Мы не говорим. Ух ты, наглазный туфтук. Ну, так ого, себе. Вот это везение. Да, не говорим. Торцехвост. Хрямошквал. Это, скорее всего, новый мотор у нас. Это, скорее всего, у нас с вами новый мотор. Так, здесь, получается, все у нас, да, осталось только душа в клетке. Настроение отличное, хотя все решили, что это труп. Говорит, что, по слухам, ты делаешь лишь то, что считаешь нужным. Беспокоится, что ты не ценишь чужую жизнь. Просит тебя поступить по совести. Отчет за любые свои действия ты будешь давать только себе. Печалится, что ты идешь путем разрушения и никому не хочешь помогать, кроме себя. Ничто не сравнится с сиянием тьмы. В смысле, ну, но ты понимаешь. Тьме доверять нельзя. Неужели ты не видишь? Тьма освобождает. Еще не поздно, верно? Привет, темнило. Старый друг лучше новых двух. Нет, уже все предопределено. Так, здесь зачищена полностью локация. Хорошо. Полностью зачищено все. Соломка. Так, все. Может, что-то есть наверху? Да, что-то есть, смотри. В темноте начинаешь скучать по свету. Так, дополнительный разделитель. Это на броню. Кстати, на броню. Давай попробуем поставить, значит, создать. Вот сюда вот можем поставить, правильно, модификацию.
Ну, чем сегодня займешься? Вот этим вот. Хорошо. Так, а что у нас здесь новое? Все пусто. Отлично. По снаряге что-то, может, появилось? Торс. Так, ну голова всякая. Это все не очень хорошо, поэтому разобрать. Это тебе пригодится. Девятка на кислород, да? 9%. Тогда тебя разобрать, а тебя пока оставить. Хорошо. Так, что-то еще здесь есть. Ой-ой-ой-ой. Еще разочек. Сосредоточься на цели. Дорожный знак. Дополнение. А куда она идет-то, интересно? На урон какой-то, что ли? Хорошо, взяли. Так, ну что, почти доплыли. До босса. Серабини. И все? Одна серабини. Да, кстати, подожди, четверочка. У нас есть новый уровень двигателя. Вот, отличненько. А это разобрать я не могу, да? Нос остался здесь. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прикольно. Так, давай тебя поставим. Это скоро окупится. Он хоть смотрится более-менее нормально. Так, я там вижу еще один хлам. На слизи серфи только так. Да не говорим. Так, музыка пошла, как будто уже свинофырк где-то здесь рядом лазит. Кривошлем. Малая аптечка, хорошо. Так, стоп, это у нас получается какое-то растение, что ли? Ну-ка. Все, покатались и хватит. Покатались и хватит. А, это какой-то этот, фрукт. То есть кого-то можно приручить. Ладно, понятно. Пойдем. Тут одни, блин, мины. Надо быть осторожным. Логово свинофырка. Это свинофырк грызет кору. Он очень полюбил все грызть с тех пор, как прожевал лапу уже скиса. Ну и как мне с тобой драться? Так, а бомба, кстати, да. Подцепи шар-бабах и подкати под фырка. Не помню, как система работает, подожди. А, тут мне нифига здоровья не осталось, ты что, издеваешься?
Ну иди сюда как-нибудь, дружище. Взрывайся. Ну. Да ладно, неужели? Не понял сейчас момента, как мне с ним драться. Где взрыв? Пора на берег. Врум, врум. То есть надо каким-то образом подогнать бомб к нему. У него какие-то тут есть волдыри. Он их защищает, кстати, хорошо. Так, аптечку. Мне проще, получается, вот так вот мотаться и по его этим волдырям бить. О, что-то новенькое. Как, блин, у акулы, блин. Ну, давай, давай, давай. Ну, вылазь уже где-нибудь-то, ну. А, запустить. Выпускай крякл. Выпустил. И что? Он вылезет сегодня, нет? Прелесть какая! Громадина играет с кряклами. Ну хоть по кому-нибудь попади-то, ну. Да ты серьезно, что ли? Последний, давай. Хорош. У него на башке теперь. Пипец. Это что за дальность такая? Ой, а мне сейчас все закончится-то. Оружка, конечно, не очень. Вот оружка что-то не очень. Меня прям расстроило оружие. Надо все-таки, знаешь, получается, как-то этими использовать лучше. Ну вылазь ты уже, слышь. Да не в лапу, пожалуйста, блин.
почувствуешь свежий ветер перемен. Не упусти возможность. Так, вот тут уже надо будет драться на земле, да? Так ты чё? Вставай давай, ты чё валяешься? Ё-моё. Слышь ты, грёбаный свинок-козёл. Только расстреливать, что ли? Ну, к нему не подойдешь. К нему вообще не подойдешь. Я же уходил, нажимал-то, но... Да какое-то вообще не работает нормальное уклонение здесь. Вообще ни грамма. Что это еще за хрень? Не работает система нормальных уклонений здесь вообще никак. А, тут надо прыгать. Так, тихо, подожди, аптечка. Давай. Эх, смел меня. Его вставай-то, ну. Да, надо пистолет поменять на какой-нибудь автоматический, блин. Чтобы стреляло лучше. Потому что по одному этому это очень долго. Мироед побежден. Меня буксирует. Он благодарит тебя за победу над первым мироедом. Начало положено. Тебе надо бы сходить к Ужаскису и выяснить, что за устройство тот строит. Он его называет ковчегом. Хотя Ужаскис сомневается в чистоте твоих намерений, ему нужна твоя помощь. Шифу расскажет тебе все, что нужно. Он уверен, что ты знаешь, где найти Ужаскиса. Его место у корней древа. Это не поменялось. Так, вернуться к корням. Губ знает, что повторяется, но не может не поговорить с тобой. Ну, давай. Думает, что не стоит тебе разгуливать по ночам. Но раз уж пришлось, делай это на свой страх и риск. Это правда все? Ходят слухи, что ты встречал старикашку. Вот это персонаж. Старикашку? Говорит, да не напрягайся ты так. Губ знает, что повторяется. Понятно. Понимает, что у тебя дела.
Так, новое сюжетное задание — генеральный план. Сюжетное задание завершено, Губ. Вернуться к ужаскису, генеральный план. Окей. Далеко? 513 метров, в принципе, можно пробежать. О, я вижу еще денежки. А каким боком мы здесь оказались вообще? Берегись, чтобы к тебе никто не подкрался. Резиновая рукоятка. Петельный наплечник. Малая птичка. Пластырь здоровья, хорошо. Так, 500 метров, да? Так, подожди. Во-первых, сюда. Отлично. Во-вторых, где-то тут я видел куст с деньгами, нет? Или мне показалось? Нет, видел. Отлично. Так, может тогда нам скакуна призвать? Я бы, конечно, поспал, если бы я мог. Вот и оно, древо жизни. Воплощение идеи общего для всех происхождения. Его ветви — это нынешние виды. Уже увядшие представляют наследие ушедших. Когда-то могучие ветви древа сами были юными побегами, воплощая связь прошлого, настоящего и будущего. Точный образ всех вымерших и ныне живущих видов во всем их вечном разнообразии и восхитительном хитросплетении. Мы — результат эволюции тех, кто жил до нас. Хороший ездозверь! Не надо, Бобо. Не надо, Бобо? Что? Держись подальше от источника биологической опасности, а то потом месяц отмываться придется. Да ладно. Нормально все. Не надо, говорит, Бобо. Ну, не надо, так не надо. Так, это что? Это у нас дикие штучки. Вон в том дирижаблике болтается голонец. Посмотрим. Вот это вот, конечно, не зря сделали. Вот это каждый раз тебе вытаскивают на карту. Это вообще неудобно. Это нафиг не надо. Зачем это надо было делать? Непонятно. Так, ты торговец? Очень просит тебя взглянуть на товары. Ну давай. Говорит, если надеешься на хорошую сделку, тренируй терпение. Так, у него только чья-то одежда, да? Ох, какие тут, конечно, расценочки. Просто офигеть. Но вот это было, наверное, неплохо, да? Улучшенные штаны. Энергия ци, конечно, поменьше. Здоровье выше. Регенерация выше. Но мне не хватает 1000. Может, что-нибудь продать? Пиропопкорн. Ну, видишь, он для чего-то нужен будет. Свекольный попкорн тоже, наверное, пригодится. Не, подожди, продать. Только, наверное, из одежды что-нибудь продадим. А, из одежды мне все надо, блин. Не, вот это, кстати, можно продать. Так, наплечник с болтами. 3% он дает мне защиты. Так, вот это можно продать. Грины в банке. Это тоже могу продать. Так, из оружия. Пиф-паф, наверное, продам. Не могу, почему? Да, скорость стрельбы очень низкая, поэтому надо поменять. Странно, я не могу его продать. Но посох Джанги не хочу продавать.
Блин, это то, что пригодится мне. Так, у меня такой скранк есть, уже стоит, поэтому, наверное, я его продам. Так, хватит на штаны-то? Не, мне хватает только на юбку, на штаны немножко не хватает. Блин, надо что-то еще продать тогда. Не, ну шприц долины продавать я не собираюсь. Это нужная вещь. Надо бы что-то вот это вот продать. Ну, давай тебя продам. Богатство. Богатство. Так, вот, хватает мне на штаны, отлично. Лучшего тебе нигде не найти. Улучшальная скамья для снаряги. Это все здесь, да, где-то есть? Может, наверху как-то? Это улучшальная скамья. Тут ты можешь улучшить снарягу и оружие. Улучшальные скамьи легко найти благодаря этим шарам. Обычно они встречаются в деревнях и на заставах. А, ну тут то же самое, улучшение, да? Так, я что-то хотел... А, во-первых, я ноги хотел, наверное, поменять. Ну, считай, самые важные части тела прикрыты. А вот. Улучшение предметов. На улучшальных скамьях ты можешь улучшать качество и материал предметов. Это требует ресурсов, зато существенно улучшает предметы. Все части дополнения предмета будут улучшены. Предметы с большим количеством частей потребуют больше ресурсов, но и выгода от этого будет больше. Так, уровень качества можно повысить. И материал. Уровень качества добротный. А влияет только, получается, на броню, да? Ну, допустим. Добротный. Могу еще что-то тут улучшить. Но это влияет только, получается, на броню всего лишь. И все. Так, ну, допустим. А могу я маску? Маску не могу, да? Ладно. Посмотрели, что он себе представляет. Зона закончена. Седло надо встроить смягчитель ударов. Да? Если найдем такое, то встроим. Смотаемся уже к этому ужас-кису. Ё-моё, она может еще и не выбраться. Может, тогда лучше через мост? Она, кстати, уже заканчивает серию. А, понятно. Я думал, какой-то кабан стоит, что ли. Попой ко мне повернутый. Отлично. 7 пси-очков. Неплохо. Так, пойду, наверное, еще вот это вот разрушу. Надеюсь, там никого не будет, потому что если кто-то там будет, то это опять время затянет. Я, может быть, тогда в следующей серии туда пойду. Так, вроде никого не видать. Ого, вон впереди завалы пластихлома. Так, пластихлом есть? Как он сюда добирается на своей коляске инвалидной, блин? Был вообще в бункере. Из древа хлома можно наделать кучу всяких чудесных штук. Так, очередная метка. Если скакун тебя до сих пор не сбросил, все идет хорошо. Согласен.
Посмотрим. Значит, я его удовлетворяю так же, как и он меня. Это место хорошо скрыто от глаз. Оно просто под тем, что над. Под тем, что над. Ты можешь скакать быстрее, лошадь? Нет, у нас не лошадь, у нас козел. Уже Скиз говорит, приятно видеть такой мощный прогресс, однако еще очень многое нужно сделать. Конец света по-прежнему у всех на устах. Благодаря тебе протарена дорога, на которой ты в силах всех спасти или всех уничтожить. Вопрос, что ты будешь делать с этой ответственностью? Он беспокоится о тебе. Люди, которые любят себя, не причиняют вреда другим. Но чем больше мы ненавидим себя, тем больше желаем другим страдания. Думает, что важно всегда помнить, кто ты и откуда пришел. А тот, кто не знает своей истории и происхождения, подобен дереву без корней. В каком смысле? Это же уже Скиз. Помнишь его? Уже Скиз говорит, что всему свое время. И теперь нет смысла размышлять о прошлом, ибо оно прошло. Предлагает подумать о настоящем, потому что именно в нем ты находишься. Пора бы понять свои приоритеты и подвести итоги. Его беспокоят твои дела, ибо ты толкаешь мир к гибели. Однако тьма не обязательно означает конец мира. Это просто другая точка зрения. Если мир действительно рухнет, бежать будет некуда. Так что он приготовился к худшему. Есть нечто, что он зовет ковчегом. Он надеется, что ты не ошибаешься. Он согласен, что твое странствие еще не окончено, но сам он хочет, чтобы древо выжило. Он нашел на ковчеге документы, записи переломного времени, описывающие долгие десятилетия заражения, которое в конце концов отравило Землю и повредило внутреннее ядро планеты. Со временем заражение исказило то, что мы теперь называем энергией ЦИ, жизненную силу, которая течет во всех сущностях, как живущих, так и неодушевленных. Если верить рассказам, Мор затронул жизнь на генетическом уровне и перевернул представление о норме с ног на голову. Гибели избежали только те, кто изменился, доказав таким образом реальность выживания и обновления. Он понимает, почему тебя так интересует корабль у подножия древа. По его словам, корабль этот всплыл, когда нефть поднялась и пробилась сквозь землю. Ковчег существовал еще до стародавних времен. Он много лет изучал инструкции, найденные внутри, и теперь полагает, что выяснил, как управлять кораблем. На ковчеге есть место еще для четверых. Даже если тебе кажется, что больше никто не достоин спасения, когда настанет конец времен. Он придержит места. Ты можешь пригласить до четырех друзей, и они взойдут на ковчег вместе с тобой в случае катаклизма.
Так, выполнив все задания персонажа, ты можешь предложить ему одну из четырех мест на ковчеге. Угу. Шифу союзного племени и ужескис получили места на ковчеге. А теперь подумай хорошенько, кому еще ты предложишь место, ведь когда предложение будет сделано, придумать ты уже не сможешь. Цвет твоей ауры может помешать некоторым персонажам принять это приглашение. Ужескис говорит, что если верить слухам, скучать тебе не приходилось. О, да. Он говорит, что очень ценит твой вклад, но, к сожалению, ему пришло срочное сообщение с запада от его друга Гизмо. Ужескис говорит, он знает, что твое доброе сердце заставит тебя сделать все возможное, чтобы помочь Гизмо. Он говорит, что укажет тебе нужное направление, но найти Гизмо и убедиться, что у него есть все необходимое, уже твое дело. Это не к добру. Похоже, не зря Ужескис мучился дурными предчувствиями. Со слонофырком нужно разобраться. Ужескис говорит, что Гизмо волнуется, поскольку западный мироед в последнее время постоянно вертится. Ужескис поясняет, что Гизмо работает над хламоходным судном, которое может довести до мироеда, но ему нужна помощь. Так, Гизмо здесь, хорошо. Ужескис предлагает тебе как можно скорее отправиться на запад и выяснить, чем ты можешь помочь. Он хочет знать, что у тебя на уме. Так, да нет, в принципе, понятно пока. Надеется вскоре снова тебя увидеть. На 10. Частота появления рассказчика. Если тебе кажется, что рассказчик слишком много болтает, пока ты слышишь этот мир, можно сделать так, чтобы он появлялся пореже. Параметр частота появления рассказчика ты найдешь в меню настройки аудио. Да, все понятно. Так, а это что за непонятные колбы? Утилизаксон какой-то. Это какая-то тут лаборатория, что ли? Интересный малый. Ладненько, дорогие друзья, продолжим мы тогда с вами уже в следующей серии. На сегодня все, так что... Слушай внимательно, чтобы не упустить чего-то важного. И не только от меня. Вот-вот. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых серий. На сегодня все, ребята, так что всем удачи, всем пока.